Здравствуйте, меня зовут доктор Елена Кетлевич, и я фасилитатор трехдневного класса телесных процессов. Я также certified facilitator и, ну, естественно, фасилитатор баров и так далее. Сегодня я хочу поговорить насчет телесных процессов, и люди меня спрашивают, а что такое класс телесных процессов? Ну, все знают, что такое бары, но кто не знает, это 32 точки на голове, где мы снимаем все блоки, ограничения и точки зрения, которые нам мешают жить. Бары в основном относятся к сущности, ну и также работают на тело. Вербальные процессы точно так же работают на сущность и на тело. Телесные процессы в основном работают на тело. О чем это говорит? Наши все ограничения, все наши точки зрения, и все наши стрессы, и все наши заморочки, все, что мы придумали себе, мы закрепили в своем теле на клеточном уровне. Если мы говорим о технической стороне дела, наша реальность, она линейная. Что такое линейная реальность? Это, ну, мы знаем, что такое длина, ширина, рост, время. Все эти факторы имеют линейную структуру. Клетки, молекулы, они все сферические, как шарики. И когда наша линейная реальность встречается с шариками клеток или молекул, они попадают под колоссальный стресс и растягиваются, превращаются в эллиптикал форму, как эллипс. При этом, так как клетка под стрессом, это вызывает все заболевания, которые только можно, начиная от простуд и кончая раковыми заболеваниями, сердечными заболеваниями. Да, это не очень весело, конечно. Но что телесные процессы делают? Они разблокируют клетку, разблокируют молекулы для того, чтобы клетка могла вернуться в свое сферическое состояние. И таким образом организм начинает лечить себя. Все это происходит под воздействием энергии тела. Причем мы не даем энергию, мы не получаем энергию. А что мы делаем во время телесных процессов? Мы накладываем руки на тело, и с помощью вербального процесса, который относится к определенному телесному процессу, мы включаем ту вибрацию, которая необходима телу. То есть, если мы говорим о клеточной памяти, то, соответственно, включается этот процесс, эта вибрация, соответствующая этому, и начинается процесс регенерирования клетки. Все очень просто. Многие люди говорят, ну, это же слишком просто. На самом деле весь Access Consciousness очень простой. Тут не нужно абсолютно думать, не нужно свою энергию давать, не нужно брать чужую энергию. Мы просто включаем этот процесс в теле. При этом, что очень интересно, когда мы включаем этот процесс в теле, у нас этот процесс включается в нашем теле. То есть одновременно, когда мы лечим человека, мы сами себя лечим. На самом деле мы не лечим. Мы как бы помогаем человеку вылечиться самому себе. Эти классы, которые я провожу, они обучают человека, как этим пользоваться для себя и для других. Класс выдает сертификат, что человек может после этого класса практиковать на других. То есть это может быть как новая профессия, как добавочная профессия к тому, что человек делает. Допустим, если человек врач или же массажист, медсестра, они могут добавить в свой репертуар такие процессы, как клеточная память или же даже
фейслифтинг – это подтяжка лица на самом деле без операции. В класс входит около 60 разных процессов. Как я сказала, клеточная память, MTVSS – это молекулярное изменение структуры ДНК для того, чтобы человек смог восстановить свою ДНК на тот оригинальный план до болезни. И таким образом организм начинает вылечивать себя. У нас были случаи, когда рак излечивался, лейкемия, люди излечивали простые заболевания. У меня очень хороший пример. Моя мама, которая попала в госпиталь со стенозом стеноз позвоночника, не очень сильный артрит. И сказали, нужна операция, когда ее приняли в госпиталь по скорой помощи. Я с ней проработала 8 часов в тот день, ну, с перерывами, естественно. Приходили врачи, приходили медсестры, приходило то, приходило все. И в конце 8 часов, где-то к 4 часам вечера, пришел врач, посмотрел на нее и сказал: домой, никакой операции не нужно. И после этого, как только у нее начинались даже маленькие боли, я ей делала, или же ее муж делал эти процессы и восстанавливал обратно безболезненное состояние. У меня были клиенты с заболеваниями кишечника, когда анализ крови показывал вот тот, ну, по-английски это маркер, по-моему, по-русски тоже маркер, анализ крови был 800. Вот то, что показывает воспалительный процесс в организме. При этом, когда мы сделали определенные тоже телесные процессы, эти numbers, это число упало вначале до 350, потом до 250, норма 200. И ребенку 13 лет, стало намного лучше, боли исчезли, понос исчез, и кровь ушла из стула. Я извиняюсь за подробности, но, в принципе, это то, что было. И у меня очень много примеров других, что называется, чудес. Потому что на самом деле это чудеса. Мы работаем с магией организма. Организм является уникальным в своей регенерирующей структуре. Мы можем изменить абсолютно все. На самом деле все заболевания были созданы нами самими. Мы очень часто притягиваем это таким образом, такими выражениями, как: «Ой, я не хочу это слышать». И, соответственно, наш слух начинает падать. «Я не могу это видеть, не хочу это видеть». При этом, соответственно, наше зрение тоже падает. Моя собака решила добавить свой голос, что она согласна со всем, что я говорю. Так что посмотрите на информацию про классы, посмотрите на то, что вас интересует. И, соответственно, задайте себе вопрос: а нужно ли мне это? Поможет ли мне это? Создаст это больше в моей жизни или меньше в моей жизни? Потому что никто не может вам сказать, что вам нужно, кроме вас самих. Мое приглашение – это посмотреть на ваши собственные знания, на то, что вы знаете больше, чем вы думаете, и вы ощущаете больше, чем вы думаете. Поэтому посмотрите на ту энергию, которая вам нужна. Может быть, вы даже до конца не понимаете, что такое этот класс. На самом деле, когда меня пригласили на БАРС, я не знала, что это такое. Но при этом я знала, что мне нужно идти. Я надеюсь, я вас когда-нибудь увижу. До встречи, всего доброго, до свидания.